Представители Молодежной думы пригласили Владимира Киселева на молодежный парламентский саммит «Политический рубеж». Грант на проведение этого масштабного для нашей области мероприятия ребята выиграли на молодежном форуме «Территория смыслов». Уже в декабре придут грантовые средства, и подготовкой саммита можно будет заниматься вплотную. В планах проводить его два дня – 27 и 28 апреля. Это будет уникальная дискуссионная площадка, куда пригласят не только молодых парламентариев, но и молодых людей, занимающихся историческими проектами по сохранности наследия страны. Мы взяли уже масштаб не региона, а Центрально-федерального округа. То есть для нас это очень ответственно, потому что до этого такого уровня мероприятий мы еще не проводили. И мы хотим поговорить на несколько вопросов с молодежью, а также создать резолюцию этого саммита, которую мы отправим уже непосредственно в Росмолодежь. И, возможно, наш пример будет идеей провести такой всероссийский парламентский саммит. У старшеклассников идей тоже много. Появились они в ходе обучения в школе юного законотворца. Школьники презентовали 6 инициатив. Среди них – оборудовать в городе беседки с мангалами, где можно было бы пожарить шашлыки. Еще одно из предложений касается поддержки владимирских производителей. Также была инициатива увеличить срок с момента подачи заявления в ЗАГС до дня свадьбы – с 2 до 4 месяцев, чтобы решение было более взвешенным и обдуманным. И чаще всего вот именно те браки, которые разрываются, они разрываются после прошествия всего года семейной жизни. То есть люди, возможно, думают, что они не готовы к этому, или считают, что этот человек не может он связать с ним жизнь. Мы предложили выступить вот молодому человеку, он школьник пока еще, выступить на заседании Молодежной думы, презентовать эту идею, подискутировать молодежью, потом, может быть, подискутировать на других площадках, наших общественных площадках, там, в общественной палате области. И если общественность поддержит, если поддержит молодежь в первую очередь, почему нам не принять такой закон Владимирской области? Остальные идеи Владимир Киселев предложил юным законотворцам доработать и дал ценные советы ребятам. Перед тем, как предлагать законодательную инициативу, поизучать мировую практику и аргументировать свою позицию, подкрепляя ее статистикой. Екатерина Старикова, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».